Так, ну вот что у нас в принципе получилось. Результатом я очень доволен. Сразу могу сказать, даже на ощупь пальцем чувствуется, что частота поверхности намного выше. Настаночка отработала четко, без всяких проблем. Отверстия промерил, все соответствуют именно тем, которые в программе. Лайнеры ложатся сюда хорошо. Ну, можно сказать, что первый запуск был успешным. Успешным. Первый, блин, не комом. Вот так. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.